Привет, дорогие друзья! Сегодня мы для вас подготовили очень интересное видео. Вернее, это не видео, а интервью. Это мой дебют, не судите строго, с замечательной парой из Латвии, города Риги, Виктория и Марк Даугавет. Они заядлые путешественники и побывали уже в 48 круизах. Потому что мы сами любим путешествовать, и мы вступили в клуб In Cruises. Клуб про путешествия, путешествия в круизах. Они поделились с нами интересной информацией. Я задала вопросы, с которыми часто встречаюсь, когда рассказываю про путешествия на лайнерах. Поэтому, если вы еще сомневаетесь, для вас это отдых или нет, это видео для вас. Правда, очень извиняюсь за качество записи. Оно, наше видео сложилось спонтанно. Просто удача, что я повстречала в холле гостиницы Виктории и Марка. И это секундное решение, что здесь и сейчас другой возможности у нас не будет. Ну и в холле были посторонние шумы, поэтому не судите строго, наберитесь терпения, расслышьте всю информацию, с которой они с нами поделились. Приятного просмотра! Привет, наши дорогие друзья! Сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня я встретилась с людьми, которые меня стимулировали вступить в клуб In Cruises, которые только путешествуют. Это Виктория и Марк. И чтобы для наших зрителей было понятно, путешествовать нам настолько много, какой вид отдыха вы любите? Ну, все я, конечно, больше люблю круизы. Потому что изначально мы пришли именно в клуб из-за того, что здесь были круизы. Даже на тот момент, если бы мы не были в клубе, мы все равно бы искали какие-то возможности. Потому что мы уже конченые наркоманы, чтобы круизы круизы. Поэтому мы без этого бы уже не существовали. И благодаря Вике, это наши. И вот так как у вас есть большой опыт, да, вы сможете на них развеять вот эти сомнения, да, то, что мне не хватает донести до людей. Вот один из критериев, это я смотрела видео блогеров и поняла, что круизы это не мое. Как вам объяснить, что если вы не были, вы не можете говорить, что это не ваше. Я скажу, что даже если вы съездите в круиз, но не посоветуетесь с опытными круизерами, он может не очень хорошо посоветоваться. В каком смысле? Выберите не ту компанию. Выберите не тот сезон. Выберите не тот регион. Выберите не ту компанию, с которой вы поехали. То есть очень много факторов, которые зависят. И когда вы приходите именно в Москву, и многие люди съездили, вот, у них можно посоветоваться. То есть Вика дает полноценные ответы на все. Детьми, значит, туда. Вот этот лайнер, это направление, какой-то сезон и так далее и тому подобное. Если вы хотите какой-то романтики, вдвоем едете, да, то совершенно другая идея. Да. То есть вот поймать именно вот этот кайф круизного опыта, да, именно вот в такой последовательности, да, правильно составленный ваш Да. И вот здесь правильно, Марк, могу на ты, да? Конечно. Да, правильно ты сказал, что благодаря тому, что ты находишься в клубе In Cruises, да, есть возможность у твоего окружения спросить и узнать, где лучше и как лучше, да? Потому что это и есть круиз, да. Да, да. Сейчас ты знаешь, что день кто-то с тобой будет, смотри,
когда люди пришли в этот клуб, они имеют... К сожалению, люди имеют такую тенденцию спрашивать тех людей, которые вообще в этом не пьют, которые даже ни разу в круизе нет. Которые в лучшем случае там ездили какую-то функцию или что-то, да. А еще бывает, иногда спрашивают, кто на огороде, как там курить. Какой человек? Так что да. Есть такие люди, кто, например, у нас есть такое направление, это паромные, типа мини-курицы, да, так же, по-моему, называется, там Стокгольм, да? Я вот был в Стокгольм, ходил в Стокгольм, типа, мне там болтаться, это не мое. Это невозможно. Вика, что там еще будет? Мы поехали из Сталина на паром. Мне очень понравилось. А я, честно говоря, опозорился. Ну, потому что у меня морская болезнь. То есть на паром, но у меня было потом состоявшееся мнение, что на всех остальных лагерях у меня тоже. 48 круизов, никаких вообще полномений. Это совершенно разное. Да, я пытаюсь тоже донести об этом, типа, ну, вначале, когда я говорила, это не была круиза, когда я была, оно это Средиземноморье, море или еще там Атлантика, типа, обязательно потом ваш следующий круиз будет. Вот, видите, 48 круизов человеку, у которого есть морская болезнь, его не укачивает. Я просто слышала без сравнений. На пароме, это можно сравнить, что ты едешь в Запорожье, но не больше ли совместно с Азовской коммуникацией. А когда мы входим на шикарный лайн со стабилизатором, который держится на условиях, причем еще когда мы входим в семью, подобные условия, а просто не идет на центр, да, то это можно сравнить с шикарным машиной. А есть еще вопрос, но я человек того, который не боится, в принципе, ничего. Многие, если я не боюсь, то у меня нет никаких человек. Но часто у меня бывает вопрос, типа, я боюсь воды, я боюсь замкнутого пространства, поэтому я на корабле не могу. Вот что? А вы бываете в центр, когда нет моря? Спрашивайте. Просто сознание дает, что вокруг воды нет. А вы не почувствуете, что вы находитесь где-то на воде, понимаете? Вы будете находиться в ресторане, который в МОЛС, да? И вдруг этот МОЛС весь поет. Да. Вы даже не почувствуете, что он ушел от берега. Потому что то, что находится внутри, это вообще никак не сравнить с какой-то шлюпкой, которая там на волнах, на горянке. Вы занимаетесь своими делами, обедаете, делаете шоу. Дай бог вам за неделю хотя бы весь лайнер пройти. Невозможно. Бывает такое, что да. Так, а вот бывает еще говорит, ой, я отдых на пляже, мне нужен песочек, типа и круизы, это не мое. Очень хорошо. Я видела в 47-го круиза, где вы делали фотографии на обалденных пляжах. Я думаю, вот люди говорят, я хочу отдыхать на пляже, да, у вас такой возможности даже близко нету, если вы выписали сюда лайнер и не дойдете до этого пляжа. Самый лучший пляж, вы можете посмотреть на круизе, там, так скажите, у нас есть желание собрать топовые 10 пляжей. Гора, вот, например, да, вы же можете поехать, если же она самая прекрасная пляж мира, Владимир. Вы можете побывать на пляже в Мальдивах. Это можно вам открыть сразу в сети. А там вам прилетели. Чтобы проживать, посетить один пляж. Да, хотя бы один или на полгода. Это находится вообще в центре всего океана. Это же нужно перелет, нужно совершить из Австралии, нужно прийти оптимальный вариант.
пляжу, опять-таки, в Куб и Крузес и на лайнер, да. Еще часто сами идет, говорят о том, что ой, я не хочу колонну, чтобы посмотреть город. Да, типа, там у нас высадят, надо бегом получать по этому городу. Слушай, я лично отвечаю, что завтра ты поставил по плану. Да? У нас бывает такое, что, допустим, мы за месяц, в той же самой Барселоне, 4 раза. Эффективно, что ты все раз подряд у нас было так, что каждый круиз, да, и 12 круизов на тот приход, и все время мы практически... Ты в одном, значит, круизе смотришь одну часть, допустим, и ты выбираешь таким образом за счет круиза, понимаешь, какая страна тебе нравится, какой тебе город больше нравится, или ты хочешь еще раз посмотреть. А может быть, тебе вообще не понравится. Тебе достаточно одного фаната, допустим, того же Сингапура, мы уже были 8 раз. Мы стремимся опять туда попасть. Каждый раз. Так, Виктория с Маком здесь были. Буквально там через неделю приехали в Вену и нашли. Да, в Вену мне очень понравилось, да, поэтому и я тоже пытаюсь объяснить то, что ну, как бы, невозможно весь город посмотреть, не ставьте себе целью обижать все. Это не реально. Это как съесть всю еду в город Слюза, не то, что сейчас поставили. За один раз в той стране абсолютно все это не попало. Например, в отеле вы приезжаете, а у вас есть только то, что входит в отель. Да,
сети сам. Второй планер – это вот тоже компания «Биржа», только мы называем «Скарлы», эти теперь вами. Для нас новости стоят, мы можем на себе тестировать эту новость. Однозначно вы нас смотрите сейчас в интернете, да, все продвинутые. Есть только два варианта. Те, которые наблюдают, и те, за которые наблюдают. Вы уже для себя определили, что вы хотите в этом случае сделать. Да? И не живите, смотря на чужую жизнь, не проживете ее. Проживайте именно свою жизнь. Да. Вы будете испытывать состояние счастья. Самое худшее, что вас ожидает, вы поедете в свой круиз. Не забывайте. На этих классных словах, да, что самое худшее, что может произойти, это шикарный отдых, путешественный круиз. Мы будем прощаться. Большое спасибо, что уделили время в нашем таком сжатом графике. Насыщенной программе. Большое вам спасибо. Рада вам, что была с вами познакомиться.